Я просто не понимаю, вы чего добиваетесь? Пока детская эпидемия диареи не возникнет или еще чего-то хуже? Безопасную площадку повторно дезинфицировать? Ну да. Я же, скажем так, у них нет, я у них спросила. Фонтанчик забил опять. Жизнь бьет не только ключом, но и определенными фекалиями. Прямо посредине детской площадки. На наш папа тут. На наш. Вот она, воронка говна. Прямо посредине детской площадки. И вот она, дырочка. Это писец вообще. А вот попахивает, да. Ну прям конкретная канализация. Такая даже люк канализационный. Полна кубышка сюрпризов. У нас произошел разлив канализации коллектора, который был закопан в песке. 200 литров тряпок там забито. На самом дне полметра лежат 200 литров тряпок. Ну что, опять бассейн для детей. Уже шестой разлив. Это вообще звездец. Там разлив канализации произошел, туда лучше не подходить. Есть такой спорт, по администрации ходить. Вы подтверждаете то, что я вам это сказала? Голос не повышайте, пожалуйста. Нет, да. Угроза жизни и здоровью жильцов. Там все в грибке, в черном плесени. Сейчас опять начнется, ой, это не мое. Чей это коллектор? Непонятно, откуда он взял. Все приезжают и говорят, это не мое. Значит, на вашем балансе. Нет, мы его не обслуживаем. Все открестились, это не мое. Прям так и говорят, это не мое. Это на чем балансе находится данный коллектор? Я не знаю. А кто знает? Да не у нас, а у вас. Мы этот колодец не обслуживаем. Чья это зона ответственности? Не знаю, это надо разбираться. ДСВЖР, мы не горводоканал. Они на вас ссылаются. Попахивает медицинскими препаратами. Это именно медицинские отходы какие-то. Учитывая, что они используют атропиносульфат, сильнодействующий яд, по идее, должна быть лицензия на оборот психотропных и наркотических веществ. У них нету ни одной лицензии. Площадь заражения песка уже более 60 квадратных метров. За что толку? Оно опять все всплыло. Опять все надо делать. Дезинфицируйте меня песок. Оставили разливы. Вот еще один разлив. Происходит вылив нечистот на детскую площадку. Песочек у вас там чистый. Детская площадка в данный момент безопасна? На ней можно детям гулять? Да, безопасно. А почему она тогда огорожена, если она безопасна? И диарея обеспечена. А может еще что-нибудь похуже. Впервые в России вспышка диареи. Более 10 человек пострадало. Понимаете? А здесь грозит детская диарея, чтобы дети не разнесли это все по домам. Прошло 2 дня и полна коробочка опять. Ай-яй-яй-яй-яй. А теперь самое главное. Под основным люком находится еще один люк. 3 слоя кирпича, корпус еще одного люка. Подмывается и входит под землю. Идет подмыв. Подморозило, расперло и русло изменилось. То есть земля оседает в этом месте. В фундаменте и в конструкции забора. То есть вот эта вся зона в зоне риска провала. Вот вам и детский бассейн.